Ивановцы могут не бояться холодов. ПАО «Т-Плюс» получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов. Напомним, предприятие не успело к началу городского отопительного сезона завершить ремонт на нескольких участках трубопровода. Это вызывало опасения. Однако сейчас, как заявляют в ивановском представительстве компании, все активы энергохолдинга готовы к несению осенне-зимних максимумов нагрузок. Документ, подписанный министром энергетики Российской Федерации, это подтверждает. На получение паспорта предваряла масштабная кампания по ремонту и техническому перевооружению генерирующих и теплосетевых объектов Т-Плюс, в том числе в Ивановской области. Тут энергетики заменили порядка 3,5 километров магистральных тепловых сетей, провели текущие капитальные ремонты основного генерирующего оборудования